yazık ki bugün de böyle bir olaylar oldu. Ne oldu biz anlamadık. Çünkü biz 5. Mayıs'ta toplanmak gerekiyordu Karasu Pazar'da. Ve bu sene komisya adına düşken onların kitaplarının analizini yapacak edik. Ve bu sene sayılacak edik fond mükafatının laureatlarını. Несмотря ни на что, мы ведем работу, мы работы собрали, мы сейчас будем делать новостную, потому что каждый день поступают звонки, а что будет, а неужели все закрылось, ничего пока не закрылось, все идет своим чередом, работы приняты, и я думаю, недалек тот день, когда мы вынесем все-таки вердикт вот тем поступившим работам и проведем это на том же достойном уровне, как это мы делали каждый год вместе с Ресульбеем. Bu başta bir bizim Kırım Tatar edebiyatına, medeniyetine, sanatına urulgan bir balta deyip sayam ben. Onun için herhalde adaletli insanlar olsa bu şeyini doğru çizmek gerekler. Ve Resul Bey'e hakikaten onun Kırım Tatar milli edebiyatını, sanatını, tarihini inkişaf ettirude ala bahalarla bitirgen mektep talebeleri milleti kim olduğundan kat'i nazar. Kırım Tatarı mı, Rus mu, Yahudi mi, kim olsa olsun onlara stipendiya bere her yıl. Я занимаюсь военной историей. Я знаю военную деятельность его отца, его дядю Джамиля Гавильляева. Он в последнее время при жизни входил в Совет ветеранов 51-й армии. Это боевые офицеры, которые имели большое количество боевых наград, награжденные орденом боевого красного знамени. Это семья, где и родители очень порядочные, очень смелые, очень мужественные люди. И родня вся такая, весь род такой. И то, что он сегодня содержится в одном из таких, наверное, самых закрытых следственных изоляторов Российской Федерации, Нефортово, где содержатся те, кто обвиняется по очень тяжким преступлениям, а ему инкриминируют обычные экономические какие-то действия, допустим. Но это просто необъяснимо. Ресуль Ага Велиляев – личность, безусловно, весьма значительного масштаба, я бы сказал, всекрымского масштаба. Награждение лауреатов имени премии Чобанзаде было, безусловно, и является одним из наиболее ярких событий всей научной, литературной жизни крымских татар. Почему? Потому что есть как бы мероприятие государством, которое организуется. У них больше возможностей. В данном случае речь идет просто о частном лице, который своими усилиями, своими финансами, он делает праздник. И все это происходило благодаря ему, его энергии, благодаря его таланту как бизнесмена, благодаря его просто безграничного патриотизма, любви к крымско-татарской культуре, к ее языку, литературе, любви к его городу, в котором он живет и которому он столько много принес, для которого он так много сделал. И вот сейчас мы можем лишиться всего этого. Упек дегерли инсан, у хакикатен де более бір мустахил фикирли инсан, ве мен айтам Алла оңа ярдымжи олсын эбетте более вазиетін куртулмак үчін, ве біздің арамызға тезжі қошылмас үчін, ама бізде сусып отырмайы, біз оның мытлақ корчалавына özümüzün fikrimizin, özümüzün münasebetinin kesin kes şekilde, keskin şekilde bildireyim.